Вот уже 4 матча подряд команда Тарханова уходит с поля побежденной, а в 3 последних не может забить ни одного мяча. Торпедовцы впервые принимали соперника на обновленной арене в Лужниках, но смена стадиона никак не повлияла на игру клуба. На 31-й минуте прорыв по флангу ростовчанина Дудника завершился навесом в штрафную точным ударом Прудиуса. 1-0. Как торпедовцы не старались что-либо изменить свою пользу, они так и не сумели. Концовку встречи они и вовсе смазали. Круковец откровенно грубо сыграл против голкипера Рассельмаша и вполне справедливо был атакован сразу всей командой гостей.